Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И сегодня уже третий урок из цикла, который вам так нравится, а именно изучение польского языка по фильмам. И сегодня будет еще один такой комедийный отрывок из одной передачи. И вкратце расскажу сюжет. То есть это культовая сцена в магазине. Два пана обсуждают, купить ли им две бутылки, либо одну. То есть прослушайте этот диалог, он очень комический и он очень забавный и смешной. Ну что же, давайте приступим. Веж две. Не, ну по це две, одна вистарчи. Проще, чем веж две. Веж две, возьми две. Не, ну не выпьеме przecież двух. Ну не выпьеме, але ще не змарнує та друга, не зепсує ще przecież. Ну і це будемо з нею робити? А як ще стуче одна? А для чого ще ма стуче? Та руж не в життю бива, ну. Ружнее в жичу быва. В жизни бывает разное. Прошу тебя, вещь две, но на мою ответственность, вещь две. На твою ответственность? Так. Ну, добре. Попрошу скринку водки и две оранжады. Скринка водки. Коробка водки. Ну вот, друзья, вы и прослушали данный отрывок. Надеюсь, вы поняли всю суть данного диалога. То есть, если нет, то ничего страшного. Сейчас мы разберем основные слова из данного диалога, и вы сможете просмотреть данный отрывок еще раз. Я включу его еще раз. Итак, давайте рассмотрим основные слова из данного диалога. Поехали. Взять, принимать, взять. Веш. То же самое, брать, либо принимать. То есть, ты, то есть это обращение, например, ты возьми. А первое это просто как бы взять, как обычный процесс. Следующее. Вистарчач. Достаточно. Вистарчач. Поцо. Для чего? Поцо. Че. Тебя. Шечеш. Еще. Робич. Делать. Тлуче. Бей себя. Отповеджальность. Ответственность. Скшинка. Коробка. Добже. Хорошо. Оранжада. Оранжад. Фруктовый напиток. Ну что же, друзья, вы пишите эти слова для себя, чтобы улучшать каждый раз ваш польский язык. Итак, давайте просмотрим данный отрывок еще раз. И все, кто не понял с первого раза, в чем заключается юмор, сейчас, я уверен, вы это поймете. Итак, второй раз просматриваем данный отрывок. Веж две. Не, ну по це две, одна вистарчи. Проще, чем веж две. Не, ну не выпьеме przecież двух. Ну не выпьеме, але ще не змарнує та друга. Але ще не змарнує та друга, но не пропадет та вторая. Не зепсує ще przecież. Ну і це будемо з нею робити? А як ще стуче одна? А для чого ще ма стуце? Та руж не в життю бива, ну. А для чого ще ма стуце? А почему она должна разбиться? Прошу тебя, вещь две, но на мою ответственность, вещь две. На твою ответственность? Так. На мою ответственность, на мою ответственность. Ну, добре. Попрошу скринку водки и две оранжады. Ну что же, друзья, надеюсь, вы поняли, в чем был юмор, в чем была соль данной шутки. То есть он долго упрашивал купить две бутылки, а не одну. И в итоге оказалось, он просто упрашивал купить две бутылки лимонада, а не две бутылки водки. Ну что же, всем, кому понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки, чтобы я видел, что вам нравятся эти ролики и мог делать их дальше. И в принципе на этом все. Всем спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Друзья, подпишитесь на мою новую инстаграм-страницу. Там вы сможете с легкостью изучать польский язык, так как материал предоставлен в полуюмористической форме. Ссылка будет в описании под видео.